Сегодня для ребят знаковое событие. Можно сказать, последняя лента в неформальной обстановке. Теплые слова, смешные истории, профессиональные советы на будущее. Выпускники оглядываются назад и понимают, как много всего изменилось. Как-то грустно от того, что мы все это заканчиваем. Смотрим фотографии с первого курса и понимаем, что такие другие были, да, такие другие времена вообще. Впереди диплом и государственный экзамен. А пока ребята собирают теплые слова в капсулу пожеланий и дарят друг другу подарки. Отличнику Никите Вальянову, к примеру, достается баночка сладостей от тех, кому он все время давал списывать задания, а они забывали расплатиться шоколадкой. Мы с Давидом выбили кредиты со всех студентов, которые обещали тебе шоколад. Поэтому теперь вручаем тебе сладкий банк. Я считал, что это будет намного дольше. Вот, конечно, вот эта вот смена, видимо, учебы, зачетов, экзаменов, видимо, это сильно повлияло. И сегодня я, если честно, не верю, что я выпускаюсь. Вот, но впереди у нас еще самое страшное – это госэкзамены и защита диплома. Студенты вручают почетные грамоты преподавателям за их терпение и труд и в ответ получают в подарок песню. Пожелаем ребятам успехов и диплома на уровне всем. 5 лет за партой, 40 бессонных ночей в году и лучшие моменты студенчества. Еще одна часть жизни подходит к концу, но долго ностальгировать не стоит. Нужно задуматься о дипломе. На последнем звонке присутствовали Наталья Павловская и Андрей Шицов. ТВСК.